Schirm, hab ich's Beute des Sies gegangen. Und Gossel des Kinder, seinen Fägelech Paranen, seinen Fägelech Paranen. Abu der Barschem, Abu der Barschem, der Menschiro ist gegangen. Abu der Barschem, Abu der Barschem, der Menschiro ist gegangen. Жил тут еврей. Отсюда вот села взять 2 километра. Отсюда будет или 3. Там дальше уже лес. Кустарники. И я думаю, кто еврея послал такую глушь туда? Знаете? Да. Ну, сначала мы были православные христиане, потом решили оттуда оторваться, начали, ну, как бы, эти все образы, как говорят, ну, иконы, да? Да, иконы мы отвергли. Ага. А потом пошло дальше. Потом читаем, а здесь 10 заповедей, помни день субботний. И мы решили перейти на шаббат. А потом мы смотрим, там и кашрут. И пошло опять. Я незаконно. Но стараюсь соблюдать, насколько знаю. Ну, я считаю, меня надо учить и учить еще. Не знаю, не обычаю, уже ни устной Торы не знаю. Ну, почитал книг так. На 8-й день у нас есть пирур. А это Володя, да? Володь. Угу. Тоже такой, как путь проходит, как мы. Угу. С христианства. Угу. Ну, сейчас, как бы, ну, нельзя сказать, что в пустыне, потому что в пустыне не делали. Но все-таки мы оттуда вышли, а до конца не дошли. Евреи вышли из Египта, да, и погнался за ними фараон. Сзади враг, впереди море, что делать? Ну и тут нам бы, может, на такую ситуацию надо, вот, чтобы что-то надавило, чтобы... Ну а так, видишь, как-то вот все вот, ну, потихоньку. Вот так потихоньку вот так вышли. Я говорю, у них там было страшное положение. Ага. Сзади фараон, за ними. Спереди море и гора закрыла, пустыня. Все, и пустыня, и гора с четырех сторон. И очень тяжело. Так и напугали, как геров тоже. Так, их так сильно напугали, что они уже были на все готовы. Да. И только все в этот бросили. Момент открылось море. Когда дошло до... Да. Шесть дней поленел Бог нам трудиться, шаббат велел отдыхать. Вы на любом месте с
собираться, вместе его будем прославлять. Велел, чтобы вместе собираться, вместе будем прославлять. И вот мы теперь остановились, чтобы древний путь найти. Всем сердцем Богу обратиться, и чтобы путем его идти. И всем сердцем Богу обратиться, и чтобы путем его идти. Вдруг у меня произошло какое-то понимание. То есть вот мы встретились, люди какие-то, ну понятно, хорошие люди, сразу видно, но очень-то чужие, да, вот какие-то незнакомые, непонятные. И вот мы разговариваем, и вдруг я понимаю, что вот свои, да, вот мы говорим на общем языке, говорим на одном языке, мы понимаем друг друга, и этим языком оказался язык Тора, как ни странно, да, вот все остальное, оно так очень сильно. Именно помана им, шерета хилган яка. Именно помана им, шерета хилган яка. Именно тол, шерета хилган яка. Именно тол, шерета хилган яка. Yeah.